Ну здравствуй, любимый Good Game. Вот уже который год мы традиционно записываем предновогодние поздравления. И, конечно, не исключением станет и наступающий 2020. В следующем году желаю сайту goodgame.ru, чтобы twitch.tv продолжил свою гениальную политику толерантности. Чем больше Twitch будет банить стримеров и зрителей, защищая униженных и оскорбленных, тем больше публики будет на GoodGame. Желаю сайту также, чтобы ключевые стримеры не заражались этим спидом состязательных игр, не играли в Доту, Лол, Рокет Лигу, Варкрафт на развитие и расстроечку. Ну ладно, ФФАшечка не считается. И особенно PUBG, конечно. Нам нужны здоровые стримеры, стримеры здорового человека, стримеры сингловых игр, а киберспорт оставим хапачу. Зрителям желаю побольше интересных трансляций, побольше ярких идей, поменьше танцев на пилоне, поменьше стримов с чат-рулеткой, побольше танцев от Тэй и, конечно же, новогодних Good Date. Стримерам желаю огромных размером со вселенную донатов. И каждому, абсолютно каждому стримерскому каналу на Good Game я желаю своего маленького персонального Русбрейна. Ну и всем, кто меня сейчас слышит, желаю счастья и благополучия в дома, взаимопонимания и мира в семье, здоровья. Пускай ваши близкие разделяют ваши увлечения и тот факт, что вы проводите часы за компьютером, делая трансляции или глядя на трансляции, никак не портит ваши взаимоотношения с любимыми. Счастья всем в новом году. Ваш краб клац-клац. Чай, телек. А там собаки поют. И Кристофер Ллойд. Пришлось досматривать. Привет парням с форума. Спасибо вам, парни, за интересные темы. За то, что вдохновляете меня на всякую дичь. Едиби, Аген Гоблин, Дахлокс, Герцог. Мое почтение. Конечно же. Спасибо большое Лич Кингу за его эпичные полотна. Спасибо вам, парни, большое. В следующем году нас ждет не меньше интересного. И на форуме, и на сайте в целом. В скринте. Хочу вам пожелать отлично провести выходные. И удачи в следующем году. С наступающим. Чушь. Пожелай чего-нибудь парням в следующем году. Мяу, больной с котами разговаривает. Всем привет. Я Not Like All. Хоть и этот год будет годом крысы, все же хотелось пожелать вам достойных поступков, уверенных побед и душевного равновесия. Не падайте ни телом, ни духом. И с наступающим. Уик дефрик ап, самурай. Нам нужно доесть мандаринки. С наступающим 2077 годом. Любимый свой Good Game, я поздравляю смело. И так хочу сказать, что я давно хотела поздравить вас в стихах, но что-то это становится похожим на программу поздравлений в 90-е, поэтому буду говорить своими словами. Бобры, котики, ребята, поздравляю вас всех с Новым годом и наступающими новогодними праздниками. Те, кто влюблен, любите. Те, кто вдохновлен, творите. Те, кто вообще не понимают, что происходит, влюбляйтесь, вдохновляйте и будьте счастливы. Согревайте этот мир теплотой, добротой и светом своего сердца. Будьте смелыми, ставьте самые дерзкие цели, находите в себе ресурсы и возможности их осуществлять. Я верю, что у каждого из вас обязательно все получится, и ваше самое заветное желание исполнится, стоит только захотеть. Обнимаю вас крепко, нежно, снежно. Увидимся с вами в следующем году. До скорых встреч. Пока-пока. Привет, Good Game. Это 110-й дубль. Я не знаю, я устал уже. В этом году было куча новых игр, отличные трансляции по ним и очень много турниров. Надеюсь, что вам все это понравилось. В следующем году, надеюсь, на Good Game всего будет в 2 раза больше. Надеюсь, что у вас будет куча позитива и настроения. Залетайте к нам почаще и
Удачи вам. Всего наилучшего в следующем году. Уважаемые и еще раз уважаемые, поздравляю вас всех с новым 2020 годом. Счастья здравия всем. Уважайте друг друга, уважаемые. Ребята, всех с наступающим 2020 годом. Вот. Будем надеяться, что он как минимум будет не хуже, чем 19-й. И все мы будем живы-здоровы и развиваться. Вот. Good game, процветания. Увидимся уже, наверное, в 2020 году. Дорогие гудгеймеры, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Хочу, чтобы этот год был для вас счастливым. Хочу, чтобы у вас было море здоровья, очень много любимых и родных людей, много друзей, побольше хороших людей на вашем пути. Любите, будьте любимыми, любите людей, любите бобров, любите котов, котов любите, собак. В общем, как можно больше любви в вашем доме, в вашем сердце. Так. С Новым годом! Так, друзья, записываем поздравления в последний момент. Стримеры такие халтурщики, они там Бонивур в последний момент присылают. Короче, Бонивур виноват во всех, да, во всем. 2020 год. Для сайта он будет очень важный, потому что в прошлом году мы приняли важное решение, и, короче, предстоящий год будет полон разными событиями, спецпроектами, будет масса турниров, у нас появляются дополнительные ресурсы, расширяется штат. В общем, будем делать Good Game Great Again вместе. Я надеюсь, что товарищи, которые на сайте те или иные вещи как-то реализуют себя, кто-то там создает темы во флудилке, кто-то проводит турниры, кто-то стримит, с новыми силами будут заниматься тем, что доставляет удовольствие и приносит результат. Я, в свою очередь, постараюсь еще больше времени посвящать сайту. Благодарю вас за все. За то, что заходите, за то, что помните. У нас грядет рефорж в январе, наконец-то. Наиграемся, посмотрим турниры, поболеем за наших. Ну, в общем, все как любим. Успехов вам, счастья. Пишите, звоните. И, ну, готовимся к 2020 году.